А для каждой ниши свой канал создавать или можно все в одном? Первое. Приходите к нам в школу и понимаете, что такое ниша и когда, в каких случаях вам необходимо создавать этот канал и разбивать по нишам. Другое, второе, есть плейлисты. Вы можете в своем канале сделать плейлисты. Это такие разделы, категории, как программа телепередачи, равно что. То есть, и в плейлисты добавлять, допустим, сделали там, это я кулинарю, а это я мужу в любви признаюсь, а это я ругаюсь со свекровью. И делайте плейлисты такие, дин-дин-дин-дин-дин, там как бы, да, а это я там лепкой занимаюсь, а это я выношу мозг там своим родственникам, а это я гуляю с подругами и рассказываю какую-нибудь ахинею. И делайте плейлиста. Почему? Потому что когда, с одной стороны, хочется каждый раз канал, но попробуйте все в одном. То есть вы поймете, что это тяжело и будете выгорать. Не так просто, как кажется. Пора барабан.